Всем добрый вечер. Мне буквально заполонили директ видосом из нашего Воронежа, где я живу, что мигрант, водитель остановил маршрутный автобус в городе, потому что ему нужно было делать намаз, ему было без разницы, он просто пошел, начал в автобусе делать намаз, в итоге люди ждали, разошлись. И мне пишут: Миш, мол, ребят, ну в Воронеже-то я у себя, ну вообще мы реагируем вот так, поэтому в тот же день позвонил, все узнал, мне сказали, все, уже люди по этому вопросу работают, все нормально. Мы, естественно, будем это пресекать у себя в городе, потому как это не дело. Я считаю, что если ты настолько религиозен, ты либо себе ищи работу с другим графиком, где у тебя это будет возможность это делать, совершать намаз, ну, либо езжай к себе домой и там, пожалуйста, сколько угодно. Вот, а здесь немножко другая страна, люди, извини меня, кто-то на работу опаздывает, кто-то еще что-то, они будут стоять ждать, люди на морозе разошлись из автобуса.